Это ж круто, и это классно, и это прикольно. Украинский режиссер. Здесь очень сильные актеры, и мне очень хотелось с ними поработать. Он приехал, чтобы поставить спектакль в Минске. Действительно классный режиссер. Классный режиссер. Да. Что его удивляет? Белорусских драматургов много, они есть, они очень разные все. И что нравится? Белорусские продукты, там же все по ГОСТу. Сгущенку же везут, же вашу, понятно же. Необычный ракурс. Ну, на тросяночке я могу поутарить просто. Закулисный взгляд на Беларусь. Смотрите в среду на нашем канале.